сорт перца чигуана с елов. Это один из сверхострых сортов острого перца. Он был обнаружен в городе Чигуана, Тринидаде и Тобаго. Очень интересный сорт. Очень высокоурожайный, большое количество на нем стрячков. Тут висят, можно сказать, практически друг на друге. Вот такой вот интересный сорт. С такими вот интересными оранжевыми стрячками. Не оранжевыми, а желтыми. Ой. Вот смотрите, какая красота. Супер, супер. Срок созревания таких перцев 120 дней. Острота у них от 800 тысяч до 1 миллиона. Это супер, супер острые. В горшке он может вырастать, вот у меня где-то сантиметров 60 в открытом грунте. Если вы будете выращивать в теплицах, он может достигать выше метра. Вот. Красавец. Просто супер. Это бомба. Острота тут у него просто нереальная. Стрички, вот видите, может быть 5 и до 6-7 сантиметров. Очень красивое, интересное растение. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. И можете сделать с него супер острые соусы. Вкус у него довольно такой интересный. Насыщенный цитрусовый вкус у него. Очень интересный сорт. Посмотрите, какое количество новых стрелков. Вот он начинает согревать вот так вот. Видите, от зеленого становится оранжевым. У него светло-зеленые листья. Высокоурожайный сорт сверхострых перцев. Красавец, красавец, ничего не скажешь. Видите, какая красота. Так что выращивайте сверхострые сорта у себя дома. И всем удачи, больших вам урожаев. Всем пока.